немножко зима, немножко кохлятся. Перьму где-то около месяца. Нет, недели три. Вот, один вот. Вывелся поздний, должен выжить. Потому что весна в этом, осень в этом году теплая. И вот вывелся чужой. Краснодарский, больный сегодня. Жили в монастырях, как вот шапочка, голова, ну, была и хвост, как кипариса, вот, это чистая порода такая зарегистрированная, монашки, ну, они давно уже, в Москве приезжают, в Москве, можно дешевле. Ну, вообще, давайте цены не будем указывать. Не будем, я просто вам расскажу. Нет, зачем? Чтобы люди смотрели, просто трудно разводить.